Показывает компания Китай Бабай Намко Бандай. Твин Миррор — это игра, в которой вы играете за Сэма, мужчину за 30, который возвращается в свой родной город и который станет свидетелем выдающихся событий. Это игра о возвращении домой, о принятии своего прошлого, которое представляет из себя намного больше, чем кажется на первый взгляд. Эту идею мы вынашивали уже несколько лет. Сделать историю, которая будет более темной, более сильной, более взрослой. Эмоциональное приключение, которое будет зависеть полностью от выбора игроков, то, как они взаимодействуют с окружением, с какими людьми встречаются, какие выборы в диалогах делают, как строят взаимоотношения с другими персонажами. Это очень похоже на книжку, в которой вы являетесь героем. Вы сами создаете свою историю, сами выбираете, какая будет концовка. Поэтому вы действительно сможете построить в этой игре свою собственную историю. Не бывает хороших и плохих выборов. Можно сказать, что игра — это отражение личности игрока. История, подача сюжета полностью связаны с геймплеем. Я пока что не могу раскрывать всех карт и рассказывать про инновационный геймплей Twin Mirror, но некоторые элементы геймплея действительно словно перенесут вас в эту интерактивную историю. То, что действительно отличает Twin Mirror от наших других проектов, это элемент расследования, который является сердцевиной геймплея. Вы обнаружите тайную реальность и сможете, и, кстати, сможете довольно-таки интересным способом продвигаться через прекрасную историю Twin Mirror. Почти Twin Peaks. Скоро на ВХС.